Командир, пришли американцы. Хотят встретиться с вами. Добро пожаловать. Вы так ведете себя с преступником? Мы пришли сюда поучаствовать в допросе Пола Талендара, но оказывается, он допрашивает вас. Нет. Я тебя буду допрашивать. Что вы делаете? Вы с ума сошли? Если со мной что-то случится, вам не поздоровится. Вы что делаете? Пришел, устроил скандал, еще и отчет требуешь. Ты ведь пришел на допрос? Я тебе расскажу, как все было. Но сначала ты мне кое-что расскажешь. Вы действительно думали, что можете так обращаться с моей семьей? Вы думали, я не заставлю вас ответить за это? Если еще раз зайдете в мой дом, и не то, что руку поднимете, а хоть пальцем тронете мою мать, отца, жену, дочь, я переломаю вам все кости. Ты понял меня? Я сделаю это. Понял? Не слышу. Ты понял? Понял. А вот теперь перейдем к убийству Джозефа.